Добрый день, в эфире программа «Особое мнение», у микрофона работает Светлана Занько, и сегодня у нас в гостях Ирина Мазуркевич, актриса, так можно сказать? Добрый день, конечно. Правда, добрый день. У нас необычный эфир, мы записываемся в воскресенье, накануне, поскольку именно сегодня будет представлена зрителям города Кирова картина, которая называется «Три сестры». Да. В которой играет Ирина Мазуркевич. Так точно. И много еще кто играет, о ком мы сегодня поговорим, о приятных. «Три сестры» режиссера Юрия Грымова. Очень интересная постановка. Я специально не стала никакие пиратские копии нигде смотреть в интернете. А вы их не найдете, их нету. Да? Mm-hmm. Ну, я даже искать не стала. Правильно. Не думаю. Думаю, надо сходить, обязательно посмотреть. Я посмотрела несколько рецензий, которые были опубликованы после «Кинотавра», которые мне показались довольно слабыми, поэтому даже не хочется их в пример приводить. Ничего более серьезного особо не нашла, поэтому вот обо всем, о чем мы сегодня будем говорить, это, наверное, впервые для меня такое будет. Mm-hmm. И впервые для наших зрителей кировских. Но вообще, конечно, интересная сама задумка Грымова перенести в современность действия трех сестер. Может быть, конечно, ничего нового в этом нет, но он там еще много чего накрутил, изменений таких. В частности, основная претензия вот этих рецензентов, которых я читала, это зачем это он накинул 30 лет главным героям? Что он хотел этим показать? Кого он хотел этим привлечь? Часто звучала такая претензия, и у вас у самой возникал вопрос, когда вы читали сценарий, почему вдруг люди старше? Почему современность, наверное, понятна, а вот почему вдруг люди старше? Я понятия не имею, о ком вы говорите, это какие-то недалекие люди, на мой взгляд. Когда ты смотришь законченное произведение искусства, его надо по этим законам и оценивать. Да, была пьеса Чехова у драматурга Ольги Михайловой. По-моему, от нее шла эта идея вот состарить героинь, все персонажи, собственно. Они, мало того, что они в современности, у нас в наше время действия происходят. В Подмосковье, насколько я помню. Нет, там нет никакого места действия. Это может быть и под Кировом, это может быть под Пермью, под Кировом даже скорее, может под Пермью быть, где угодно, любая провинция России, любой провинциальный город, ну, извините, что так говорю, но так оно и есть. Есть центр, есть периферия. Вот, где было или есть военное училище, которое расформировывают, как все у нас расформировывают, сокращают, переводят, все как-то... Оптимизируют. Вот, все оптимизируют у нас на пользу народу. И это настолько интересно и настолько актуально. Я просто приведу один пример из текста своей героини. Я играю там Ирину. Ирину я играла и в театральном училище, в дипломном спектакле в Горьком, когда училась. И сейчас. Вот. И когда в 20 лет девушка говорит, душа, я так мечтала о любви, мечтаю о ней давно днем и ночью, но душа моя, как дорогой рояль, который заперт, ключ потерян, говорит она Тузенбаху, который объясняется ей в любви. А до этого ее любит, и еще в это время ее любит Салюна. Одно дело, 20-летняя девушка это говорит, а другое дело, когда говорит женщина, которой к 60, просто женщина моего возраста, и это абсолютно моя жизненная ситуация. Не в том смысле, что я, допустим, я мечтала о любви, у меня этого нету. Я так хорошо это представляю. То есть у меня есть люди, которые мне сейчас объясняются в любви, мужчины, которым я не могу ответить взаимностью. И таких очень-очень-очень много людей и женщин. А рядом Маша, которая живет с мужем, который ее не любит. И тут же ей встречается человек. И последняя любовь, последняя, которая вот она есть. Теперь, когда я вошла вот в этот возраст зрелой женщины, так скажем, я это очень хорошо понимаю. Я понимаю, что любовь, она существует все равно. Абсолютно точно, как вот как было, когда мне было 14 лет, я влюблялась как сумасшедшая и крышу сносила. Вот абсолютно то же самое со мной было 2 года назад. И я прекрасно понимаю, что это за чувство. И точно так же ты перестаешь соображать, что ты делаешь. Поэтому, когда там одна дама, ну, ее очень легко было убедить, спросила, а там также в интервью на этом, как, что, мол,
уже в таком возрасте гормональный фон снижается. Мне так смешно стало. Ну, может, у кого-то снижается, может, у кого-то его вообще нету, этого фона. И не было никогда. И никогда и не было, понимаете? Но то, что женщина любая, ну, так сложилась жизнь у моей Ирины, мы добавили немножко, что именно потому, что она в возрасте. Почему она лишена была этого? Она ухаживала за отцом, за больным, который тяжело заболел, и она 15 лет за ним ухаживала, и все казалось, что все впереди, у нее чувство ответственности, обязанности были. Казалось, что все-все-все впереди, а потом вот она, жизнь прошла. И люди, которые ей объясняются в любви, она готова была бы ответить, она хотела бы полюбить. Но мы же прекрасно знаем, что ее сердцу не прикажешь. Но вот это вот такие истины обычные. И она готова, вроде как-то надо хоть чуть-чуть, и не может, и никак не может через себя переступить. Это вообще так знакомо, это так интересно, мне кажется. Поэтому ни у кого из артистов. Вы меня перебиваете? Я вас слушаю. Я не хочу пока перебивать. Хорошо. Я потому что это могу говорить запоем. И поэтому ни у кого из артистов, артисты там большие, все снимались. Аня Каменкова, которая играет Машу. Людмила Полякова и Ольга. Суханов Максим, просто великий артист. Он играет Вершинина. Соленова Александр Балуев. И Тузенбаха, Игорь Яцко, и Игорь Ясулович там снимается, и Владимир Носик. Ни у одного артиста не было никакого ни сопротивления, ни отторжения. Все с радостью согласились и выделили свободное время на эти съемки. И, в общем, сейчас в Москве я бы посоветовала, в сетях есть. Ну, я часто слышу, что в Москве говорят, посмотрите нас в Фейсбуке. Так вот я вам скажу, посмотрите в Фейсбуке, что пишут, в частности, на моей странице, какие есть отзывы на фильм, премьера которого была уже и в Санкт-Петербурге. Предпремьерный показ, это так называется. И в Москве, вот буквально позавчера, 3 дня назад. 12 числа было. 12-го, да. Вот только что. Вот. И Максим Суханов посмотрел, и мы с ним потом созванивались, он сказал, я вообще-то, Ира, я шел, мне очень хотелось, чтобы мне понравилось, но я боялся, а вдруг. Это уже когда итоговая, да, версия, не смотрел до этого? Вот сейчас, да, сейчас он ни разу не видел. Так как где мы это посмотрим? И вот он сказал мне, слушай, я был так приятно удивлен, мне так понравилось, очень многие вещи, и эмоционально очень. Там у него крошечная была претензия в финале к одному, к музыке, что ли, не знаю. Но в основном он просто почти взахлёб говорил. Его родственники были, и много было знакомых, у которых глаза на мокром месте. Ну вот. Ирина Мазуркевич, советская российская актриса театра и кино, я читаю прямо сейчас по Википедии. Заслуженная артистка России, народная артистка Российской Федерации. Здесь вы знаете, можно сказать, что когда есть уже звание народная артистка, да, то заслуженную уже не употребляют, потому что народную без заслуженной получить невозможно. Вот, надо Википедию поправить. Нет, они там пишут, в каких годах, видимо, совершенно звание верно, пишется, что звание верно получило в таком году, да, второе звание в таком, но когда представляют человека, надо говорить уже последнее звание. Да, народная, спасибо большое. Народная артистка Российской Федерации, как раз до эфира вам говорила, немного артистов заходит в эту студию здесь у нас. Так что это хороший опыт для меня тоже. Когда мы смотрим этот фильм, вот он черно-белый, во-первых. Черно-белый, да. Почему черно-белый? Ну вот Юра там Грымов был сам оператором. Ну так сложились обстоятельства, он не хотел изначально. Просто оператор перед началом съемок отказался по каким-то своим обстоятельствам, не знаю. Он взял другого человека через случайного, как кого-то ему посоветовали. Через 2 дня съемок стало понятно, что очень много, ну, когда незнакомый человек, очень много времени тратится на то, чтобы объяснять оператору, что Юра хочет. Он смотрел в камеру, он видел совершенно не ту картинку, и возникли... Просто у нас было и так мало времени на съемки, там меньше 20 дней, что ли. И еще тратить огромное количество времени на то, чтобы убеждать оператора рассказывать, как надо поставить камеру, что хочет видеть режиссер в результате, не могли себе позволить эту роскошь. Ему пришлось отказаться и от этого оператора. И он сам, он не стоял у камеры, были операторы, которые просто исполняли его
команды. То есть это не какая-то была грымовская такая история, вот я сам себе буду и режиссером, и оператором. Нет, нет, нет. Так сложились обстоятельства. Да, 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 это вынужденно, но это был хороший опыт. В результате по картинке практически все было очень хорошо. Плюс, а черно-белое, потому что вот тут как раз и атмосфера, и настроение, оно все лучше передавалось именно в таком виде, потому что мы практически все снимали на природе. Там было что-то и в помещении, через которое, через окна все равно видна была природа. И что? Все зеленое, как Юра говорит. Ну что, вы хотели посмотреть зеленое кино? Ну вот будет все зеленое, зеленое, зеленое. Это неинтересно. А черно-белое, конечно, намного богаче. Я это знаю, что в театре так тоже используют, когда не понимаешь, почему черные приезжают. Особенно любят западные режиссеры это ставить. Они черные декорации, черные костюмы, черные, там, черный задник. И вроде все черное, черное, черное. Но поскольку у черного очень много оттенков, еще важно, как осветить, если это хорошо очень сделано, то получается очень красиво. Ирина, сам перенос действий классической пьесы в современность, отторжение у вас никакого никогда не вызывало? И в данном случае тоже? Я же вам сказала, никакого, ни малейшего. Оно получилось очень органичным. Более того, Юра рассказывал, как его какой-то очень знакомый, такой, который вообще никогда очень редко что-то хвалит. И, ну, он все-таки он пришел из уважения к Юре, посмотрел фильм, был очень озадачен тем, что ему понравилось и что у него вызвало это какие-то там какие-то чувства и размышления. А потом прошло какое-то время, но он ему, Юра ему показывал раньше, там еще полгода назад. А потом говорит, мы пошли на спектакль, где были, действовали 20-летние, так как у Чехова. А мы не смогли смотреть. Он говорит, ушли через там полтора действия, просидели и ушли, потому что нам это показалось совершенно неинтересным после того, как мы посмотрели персонажей. А как вы чувствуете, правда, вот, что нынешние 20-летние, они еще не настолько зрелые, там, спелые, да, а инфантильные, как часто говорят, и не могли бы произносить такие речи, выдавать такие мысли, как герои Чехова? Ой, вы знаете, мне кажется, что и в те времена не каждый человек мог такие вещи говорить. Это свойственно определенному кругу людей. Ну а сейчас, тем более, есть поэты, есть романтики, есть люди образованные, для которых хорошая речь и умение выражать свои чувства словами – это, ну, это нормально, это обыкновенно. Но их немного. Конечно, их немного, и раньше было немного. И сейчас стесняются, сейчас скорее, да, сейчас немножко другое время, сейчас мы скорее лайкаем, мы же письма не пишем, нам легче все лайк, 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 сердечко, улыбка, большой палец, да. И так, и все, и кажется, все понятно. А часто люди стесняются даже, кажется, ну чего-то, и таким образом и больше разобщены люди, ну да, это время такое, конечно. Я напомню, что мы сегодня беседуем с Ириной Мазуркевич, актрисой кино и театра, народной артисткой Российской Федерации. Да. Я исправляюсь. Да, у микрофона работает Светлана Занько. И еще раз хочу сказать, что на экраны вышел фильм «Три сестры» Юрия Грымова. Юрий тут и сценарист, и режиссер, и оператор всего обстоятельств, так получилось. И фильм теперь выходит на экраны кировских кинотеатров, в частности, кинотеатр «Колизей». Его транслируют, и кому повезет, кому повезло, уже раз у нас в понедельник выходит запись и программа, а сегодня, когда мы записываемся, в воскресенье, будет встреча со зрителями, правильно? Да, да, да. Кому повезет, вы вот увидитесь с Ириной Мазуркевич, и, насколько я знаю, Анна Каменкова тоже приехала в Киров. Аня приезжает чуть-чуть попозже, да, вот она к вечеру будет, самолет из Москвы позже приходит. Фильм на экраны, если можно, я уточню, 19 октября выходит. А, все-таки 19 октября 19. У нас, а сегодня будет встреча. Это, да, это со называется зрителями. Предпремьерный показ, просто, да, и встреча со зрителями, и мы очень рады. Когда вы, вот мне просто интересно, это редко у нас бывает в Кирове на самом деле, да, предпремьерные показы с приездом таких звезд, таких величин, как вы,
Прям величие. Ну ладно. Театраль... Они еще, да. Когда театральные постановки там какие-то бывают, да, театры гастролируют, летние такие есть гастроли, там можно как-то встретиться, действительно, что-то такое. И то я даже не припомню, чтобы после спектакля или перед спектаклями, или между ними короткими такими гастролями были какие-то такие встречи, когда можно было достаточно долго разговаривать с актерами и актрисами. А здесь, на моей памяти вообще чуть ли не первая такая встреча, может быть, с киноактерами, театральными актерами. И вот сегодня оно у вас будет, там же в Колизее, насколько я понимаю. Вот да. Когда, вообще часто сейчас такие встречи происходят? Они традиционные или только вот на телеканале «Культура» можно посмотреть встречи со зрителями? Бывают. Они просто не часто освещаются так широко, но когда премьеры и когда... Это люди считают событием. Вот канал «Культура», например, в Москве. Это, да, широко. Это премьера, которая прошла, предпремьерный показ в Доме кино в Москве был. Или, да, это просто было на центральных каналах. На канал «Культура» это все показывал. И раньше это вообще практиковалось. Это было сплошь и рядом. Творческие встречи. Сейчас это бывает, как правило, на фестивалях. Когда на фестиваль приезжаешь, и после показа фильма, пусть даже старого, потому что часто бывает на фестивалях не премьеры, и встречи со зрителями, и мы видим, как люди скучают по этому. Когда подсобирается даже какая-то избранная публика, может быть, которая скучает по слову, по тому, что хочется обсудить, задать вопросы людям. Им кажется, как, помните, когда началась перестройка, я это очень хорошо помню, и тогда появились прямые эфиры на телевидении, на радио, и встречи с людьми, и просто народ валом валил послушать, задать вопросы о жизни, чтобы объяснили умные люди, как надо воспринимать то, что происходит, как относиться к этому, к этим событиям, чтобы получить какую-то поддержку у умных людей. Это вот то, что касается политики. И в культуре тоже сейчас... Я не считаю, что мы там такие гуру, которые приехали людей получать или что-то такое, но будь на нашем месте какие-нибудь очень умные люди, это было бы вполне логично, потому что и в культуре та же самая история. Мы видим засилье передач на разных каналах, низкопробных. Людей пытаются убедить, что все вокруг какие-то уроды, которые только делят имущество, там, насилуют отцы детей, там, выясняют отношения друг между другом, мордобои сплошные происходят. Вот когда посмотришь, это, у меня, и вот я клянусь, у меня два телевизора в доме, один не работает, вообще испортился, слава богу, а второй настроен на спорт. И я смотрю футбол, хоккей. Вы фанатка? Да, и болею за «Зенит», и «СКА» иногда. Ну, «СКА» теперь нам нечего болеть, они и так впереди всех, поэтому их уже не надо поддерживать. А «Зенит», да, футбол там интересный, и баскетбол. Вот, поэтому на спортивные каналы. Если что-то интересное есть там, я смотрю это в интернете, если кто-то что-то посоветует в соцсетях. А в принципе у меня... Работает на кухне радио, больше всего «Эхо Москвы», практически постоянно работает. Приятно слышать. А если я что-то там пропустила днем, я ночью наушник в ухе, и я слушаю то, что пропустила, то, что мне интересно, именно что умных людей. Это очень интересно, что вы говорите, что люди сейчас, все-таки у них потребность и была, и, видимо, все-таки остается потребность прийти и пообщаться с теми, кто приезжает, с теми, кто несет что-то из других краев. Потому что, если мы будем говорить о провинции, очевидно же совершенно, что людям возраста, например, пожилого, вообще у них нет возможности выезжать так много, как нам с вами. Конечно. Правда же? И для них это очень важно, до сих пор вести из Москвы, это такая вот история, поэтому, наверное, и радио «Эхо Москвы» так популярно, в общем, в регионах тоже. А приходят они, Ирина, с теми же вопросами, что и раньше? Что их сейчас волнует, вот, когда вы встречаетесь со зрителями? Ну, вы знаете, если идет какая-то тематическая встреча, связанная с фильмом или, допустим, со спектаклем, то лучше всего, конечно, эти встречи проводить после
того, как посмотрели, а не до. Я вот не очень знаю, как будет сегодня. Нам бы хотелось с Аней, конечно, чтобы вопросы были после фильма, а не до фильма. Ну, что мы можем до этого рассказать, как подготовить, зачем готовить зрителя? Ну, пару слов можно сказать. Но потом возникают вопросы. Я хочу сказать, было интересно... Извините, что я опять про фильм, но это повод, у нас же информационный, да. Юра рассказывал про, ну, во-первых, в Санкт-Петербурге, где я присутствовала, было очень много хороших, интересных вопросов и мнений от людей, и сидели и молодые люди с заплаканными глазами. Ах, все-таки пробила молодежь тоже. Было, да. А вот Юра говорит, что 35-летняя женщина во Владивостоке встала, он говорит, она всхлипывала, не могла практически говорить, и сказала, что я вам очень благодарна, я теперь после этого фильма я изменю свою жизнь, так нельзя жить, потому что вот она так быстро проходит, и в результате мы останемся, мы будем вот как они, это нельзя, это невозможно, надо что-то делать, вот, ну что, даже ради одной этой женщины уже стоило сделать. Вот на что направлена встреча. А в нашем случае сегодня будет встреча до фильма или после? Я не знаю. Они хотели до, но потому что, ну, мне кажется, может быть, что прислушиваются тоже. И может будет после. Быть, да. Я тоже постараюсь как-то проникнуть на этот предпоказ и послушать, о чем спрашивают действительно зрители. Но мне кажется, что вопросы, конечно, вечные, и то, что вы говорите, что так жить нельзя. Мы себе очень часто пишем на записочках, потом их на магнитик и на стенку холодильника, что так жить нельзя, а жить нужно вот так. Да, вот так, да. Вот сейчас так. Я просто сегодня, извините, что я перебиваю, держите мысль свою, я просто сегодня как раз прочитала в интернете, просыпается человек и на потолке видит запись: с завтрашнего дня начинаю новую жизнь. И думает, ой, господи, как хорошо, что не с сегодняшнего. Повернулся на бок и лег спать дальше. Это очень хорошо, да. Будильник у нас по 10 раз срабатывает, действительно. Ну, в любом случае, хотя бы на короткий период времени, если у нас возникает эта мысль, а еще если она со слезами, то, видимо, глубже проникает, что в этой жизни нужно что-то менять, и нужно больше успеть, и, может быть, повернуть уже со своего пути, на котором ты находишься, это прекрасно. И несмотря на все те слова, которые я прочитала от критиков, которых мы уже обозначили, да, уже после этого вначале, было столько всего интересного. Но... Тем более хочется посмотреть, потому что очень важно посмотреть вот эту всю историю. Расскажите нам, что происходило на съемочной площадке, потому что, конечно, когда собираются такие женщины и такие мужчины, то совершенно очевидно, что что-то должно происходить феерическое, потому что ну, все настолько харизматичны, каждый настолько целен и прекрасен, можно любоваться буквально каждым из нас. Вот вы знаете, я очень много, да практически все, и в кино, и в театре, в постановках спектаклей, вот в руководстве, зависит от руководителя, от лидера. В данном случае команду собирал Грымов. Он, в отличие от очень многих, практически от всех сегодняшних режиссеров, он сам звонит артистам. Сам. Вот Аня Каменькова, она была потрясена. И также то же самое рассказывал Игорь Яцкук, когда думает, знаешь, когда вот тебе Путин позвонил, думает, да ну, пожалуйста, что за шутки. То есть он продюсер какой-то? Нет, он сам звонит артисту и просит его, предлагает ему определить, потом просит приехать пообщаться. Я у него снималась уже во втором фильме, первый был «Коллекционер», и было примерно так же. Поэтому у меня было все проще. Он просто мне позвонил и сказал, готово. Я говорю, готово, конечно. Тем более у меня был отпуск, у меня вообще не было... Не читая сценария, не зная еще даже идеи, сразу готово? Нет, мы начинали репетировать как антрепризу 2 года назад эту пьесу. Начинали там то, что играет Игорь Яцко, прекрасно он в кино снимал, он потрясающе. Должен был играть Игорь Ясулович, там должна была Оля Остроумова тоже играть роль. Там немножко другой был состав артистов. И, встретившись несколько раз, поняли, что... Ну, вот и Юра также понял, и чуть-чуть там, что собрать всех артистов вот
тех, кого он хотел здесь одновременно, и потом с этим спектаклем ездить, это практически невозможно, потому что у каждого своя занятость, у каждого свои возможности приехать, уехать, там, репетировать и так далее. Все очень занятые люди. Вот. Поэтому этот проект, ну, не люблю это слово, но все равно, был отложен. Раз он отложен, пусть будет проект. А Юра сказал, что он привык все доводить до конца, и он эту мысль не оставил. Эту идею воплотить в пьесу, в жизнь, свой замысел. И вот он решил снять фильм. И вот здесь мы сейчас прервемся на короткую рекламу, и как все происходило на съемочной площадке, буквально через 1,5 минуты расскажем. Возвращаемся в студию. Это программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях Ирина Мазуркевич, актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. Артистка Академического театра комедии имени Акимова, да. Санкт-Петербург. Прекрасно, мы к этому тоже еще перейдем. Да? Микрофон работает Светлана Занько. Мы сегодня говорим о фильме «Три сестры», который вышел на экраны наших кинотеатров. И 15 числа будет уже показан, доступен широкой публике в городе Кирове. 19-го все-таки? Конечно, 19-го. 15-го у нас когда? Сегодня. Сегодня. Хорошо. 3 дня из отпуска, поэтому до сих пор еще не наладится график у меня. Счастливая. Да, 19 числа, а сегодня 15-го, напоминаю, программа в записи. Сегодня 15-го, воскресенье, предпремьерный показ вечером. И, в Колизее. В Колизее, да, совершенно верно. И Ирина Мазуркевич, и еще Анна Каменкова будут встречаться с счастливыми зрителями. Вот кому повезет, я думаю, что мы еще отзыв на эту встречу услышим в нашей программе «Культ поход» в пятницу. А вы мне ссылку потом пришлете. Обязательно, да? Обязательно, с удовольствием. Итак, что происходило на съемочной площадке? Напомню, режиссер Юрий Крымов, он же сценарист, он же, волею судеб, и оператор, и который собрал потрясающих совершенно актеров. Что происходило? И вот, мы никогда друг с другом не встречались, все артисты. Ну, московским, конечно, проще, они где-то как-то пересекались. И то в работе нет. И все было именно потому, что Юрий собрал людей, которых он видит, которых он собирает, кроме артистов, он собирает еще людей. Ему очень важно, чтобы люди контактировали, чтобы они были нормальными, вменяемыми, потому что среди артистов много невменяемых людей, извините. И у нас не было ни малейшего сопротивления, никакие, знаете, как говорят, притираться друг к другу. Все было вот как будто мы знакомы 100 лет, как будто бы это была действительно вот одна семья или люди, которые много лет между собой общаются. Это вот заслуга Грымова, это талант режиссерский? Только. И вот Полякова, такая большая артистка, она работает в Малом театре, и когда мы встретились, мы тоже вот как-то, вот буквально 2 слова, и раз, и мы начали, как будто она старшая сестра, я младшая сестра. Снимали в Подмосковье, трудно было найти, сначала должны были под Орлом снимать, чего-то Юру опять кинули, и он за несколько дней нашел потрясающий особняк внучки того самого Лысенко, не к ночи быть помянут, но она в этом не виновата. И осталась ей дача с прекрасным, двухэтажная роскошная дача, такая вот именно старинная. Это самая лысенковская дача? Да, одна из с тех самых времен. И с хорошим участком, очень хорошо там засаженным деревьями, очень с хорошими уголочками, со всякими. То есть она подошла. Но дело не в том, что она подошла, а дело в том, что эта женщина, Наташа, она согласилась туда пустить съемочную банду. По-другому это не назовешь, потому что она рассказывала, что ей все время говорили: ты с ума сошла, ты идиотка, они тебе превратят это все, ты потом сама не обрадуешься. Они нас запускали с мужем, сами уезжали в город, и вот мы там были прям полными хозяевами. Делали все, что хотели, старались по возможности чего-то там не вытоптать, не повредить, не сломать, ни кустик, ни веточку, но это невозможно. Если там мешал куст, его там иногда хрусти и на это самое, ну, кустикам это полезно, ничего страшного. Кучнее будут. Да, но там была одна интересная история, очень важная сцена, она ближе к концу происходит, там у меня очень-очень важный монолог, наша сцена трех сестер, прекрасная, которую Юра придумал, как сделать, она происходила в комнате вот этой хозяйки, в спальне, там кровать, и у нее вся
все стены в куколках такие, знаете, сейчас куколки в коробочках продаются такие вот много, и у нее маленькие, и у нее все-все-все стены по периметру в этих куколках, плюс там еще другие вещи, которые потом... И она сказала, ну вот где угодно снимайте, но только не в этой спальне, только сюда не заходите. Ну это, знаете, как в том случае. Ни в коем случае не оглядывайся, иди, и в Ридике, ни в коем случае не оглядывайся. Не заходи в эту комнату, не заходи. И вот когда у нас возникла необходимость, Юра заглянул в эту комнату и понял, что только здесь. И мы вот на этой огромной кровати все это снимали. Хозяйки не куколок вот эти. Да, в окружении куколок, но это не важно. И главное, что потом хозяйка идет на следующий день. Мы все сидим, идет, они мне рассказали на встрече, я забыла про эту историю. Идет на встречу Наташа, и я ей говорю: ну вот, Наташа, мы снимали, Юра меня щелк по лбу. А я не знала, что нельзя говорить. Короче, это осталось тайной. И я хочу сказать, что на примере в Москве мы... Юра очень боялся, как она отреагирует. Мы встретились вот сейчас. Подошла эта хозяйка, Ирочка, Ирочка. Мы стали обниматься. И я говорю: ну как, вы видели в вашей спальне? Да, классно, говорит она. Она даже забыла, что, по-моему, она это говорила. А я во время съемок просто жила на втором этаже в одной из светелок, и там, где снимали потом комнату Ирины. И там было так хорошо, и вообще мне очень понравилось. Я просто жила. Мы снимали вот буквально 20 дней, и я просто жила в этой комнате. Это был как будто бы мой дом, так что очень легко было ходить в эту комнату. А вот эта мебель, которая там была, это прям вот хозяйская мебель, или пришлось реквизит много добавлять? Немного. Это хозяйская. Много было хозяйской мебели. Ну, потому что это еще с тех времен, как раз она очень подходила. И кое-что, да, поскольку от студии Горького у нас было производство. И что-то оттуда привезли, увезли, но это было незначительно. Да, какие-то лампы там, может быть, письменный стол еще. Ирина, 20 дней это много или мало для съемок фильма? Это очень мало. Для такого материала это очень мало. Но только потому, что профессиональные артисты, театральные, все примерно, особенно режиссеру с артистами работать было некогда, но все профессиональные артисты, все так или иначе представляют уже, что они играют. Там еще, кстати, у нас очень хорошая девочка, молодая артистка, Наташа Юра, прекрасная. Она типажная, Юрий случайно ее порекомендовали, он, значит, она пришла на площадку, и все были в восторге. Она настолько подходит к этой роли, роли Наташи, она просто один к одному. Ну, не считая того, что она девочка вообще-то бизнес-вумен из Владивостока, а сейчас у нее родители живут в Америке, и сейчас она уже снялась в трех голливудских фильмах. Один из них с Брюсом Уиллисом. У нее там какая-то роль. И сейчас она поехала на съемки опять в Америку. Классно. Это ее была первый опыт в кино, первая роль. И вот так Юра ее, значит, выпустил в свет. Это что-то вот грымовская история, это что-то все-таки было и есть, остается выдающимся. Потому что, знаете же, как часто бывает, вот 90-е годы, когда появились вот эти все новые там фильмы, режиссеры, темы. Очень многие ярко тогда вот могли высказаться, и потом тихонечко-тихонечко зажирели, что называется, на 2000-х. А Грымов, он таким и остался? Он просто экспериментатор, он такой очень креативный человек, какие-то все новые слова. Вот. И ему просто интересно жить. Вот я давно его знаю, и первый раз я, кстати, его услышала на «Эхе Москвы» много-много-много лет назад, и его какое-то интервью, я думаю, какой интересный человек, как он интересно рассуждает. Он сам себя сделал из простых рабочих на заводе, по-моему, Лихачёва, в Москве где-то на каком-то автозаводе он работал. Просто-просто. Потом стал модельером, потом стал одним заниматься, потом рекламой, потом чем-то еще. И вот он, ему все интересно, он познает мир таким образом, и познает себя, и не останавливается на достигнутом, во все влезает, все пробует. Сейчас у него театр «Модерн» в Москве, где он тоже работает режиссером и строит театр. И да, это такой человек, это очень интересно. А я просто хочу сказать, действительно, это уникальный случай, потому что вот как сейчас, у меня нету никаких агентов, мне это не надо абсолютно, я работаю в театре, мне хватает всего, мне хватает работы, у меня есть антреприза, и я не хочу работать через силу, я хочу, чтобы еще на личную жизнь оставалось время. Вот. А просто я сижу на репетиции, режиссер вышла,
сейчас мы «Бешеные деньги» в театре комедии репетируем. Она вышла на минутку, и тут же раздается звонок телефонный. Ирина Степановна, здравствуйте, это кастинг-директор фильма, мы будем такой-то, можно ли пригласить вас на съемки или там на пробу, и что-то рассказала, сценарий, о чем история, кастинг-директор. Я говорю, да-да-да, очень интересно, только, пожалуйста, перезвоните чуть позже, вот идет режиссер, я сейчас на репетиции. И все, мне больше не перезвонили. И я думаю, какое счастье, что так. Понимаете, может быть, ее режиссер попросил позвонить, она сказала, нет, я не дозвонилась, потому что она захотела своих сунуть на съемки кого-то. А тут звонит прямо режиссер. А тут звонит, он понимаете. Он сделал выбор, он знает, кого он хочет. И я думаю, какое счастье, что я не попала в эту историю, потому что вот иметь дело с необязательными людьми хуже нет. А через, и самое интересное, что в этот же день мне позвонили из Москвы, из антрепризного спектакля. И предложили вот вместо этого, где хорошо, что я не снялась, предложили антрепризный спектакль в Москве «Нормальные меняемые люди». Ну, вот все как-то все правильно делается. Судьба ведет. Все по жизни правильно. Вот не зря Ирина Степановна сказала, что она служит в театре комедии имени Акимова. Угу. Я ни разу не была. Угу. Это в Питере. Ни разу не была. Пригласите на какой-нибудь свой спектакль. Где вы сейчас играете? Какой-нибудь спектакль. Ой, вы представляете, я уже много-много лет, наверное, 17, играю спектакль «Средство Макрополу» с Эмилио Марти. Один из ваших любимых. Да, а у меня все роли большие. Я играю не так давно сделанную, относительно, года 3 назад, «Визит дамы» Казакова поставила. Очень хороший спектакль. Недавно была премьера спектакля «Относительные ценности». Московский режиссер. Симпатично, очень тоже интересно, любопытно. Потом спектакль, вот сейчас мы репетируем «Бешеные деньги» Островского. Премьера где-то ближе к весне будет. И много всего, и в антрепризе есть у нас хороший спектакль. С Иваном Стебуновым мы играем, «Анатомия любви» называется. Мы его вывозим, скоро в Краснодар поедем. То есть сидеть и ждать не приходится? Нет. Жизнь насыщена. Mm-hmm. Программа подошла наша к концу. Я безумно была рада, что вы сегодня к нам пришли, правда. Спасибо вам. Очень рада. И спасибо организаторам, спасибо тем, кто привез двух замечательных актрис к нам в город сегодня, в воскресенье. И всех 19 числа приглашаем на премьеру фильма «Три сестры» в кинотеатр нашего города. Потом в культпоходе обсудим. Я думаю, что мы еще и билеты тоже разыграем в культпоходе на этот прекрасный фильм. Потом обсудим все вместе здесь, в этой студии. Очень рада еще раз, Ирина. Спасибо большое. Спасибо. А я вам очень рада. Хорошего дня.